14 декабря с 12 до 20 часов состоится Общероссийский день приема граждан. Уполномоченное лицо глава города Кунгура, глава администрации города Кунгура Лысанов Вадим Иванович будет проводить личный прием по адресу Кунгур, улица Советская, 26, исключительно по предварительной записи при предъявлении паспорта. Запись на личный прием осуществляется по 11 декабря в рабочие дни с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 16 часов по телефону 242-83. Для предварительной записи на личный прием гражданину необходимо сообщить фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места проживания или нахождения, номер телефона, краткое содержание вопроса. На личный прием не допускаются граждане с повышенной температурой тела либо другими внешними признаками болезни, предварительно не записавшиеся на прием, а также пришедшие с опозданием.